О, увидел? Слышишь, Ром? Все, вас видно и слышно. Все, отлично. Привет. Машуль, привет, Машуль. Привет, привет. Пусть этот сам. Я люблю. Привет, Машуль. Все, суд. Давай, будь молодцом. Камера мутная, пусть объектив протрут. Привет. Письма плохо очень уходят, полплохо приходят. Неделю приходится ждать, пока я не понимаю, какие отвечают, какие получают, Машуль. Тесная очень камера, на прогулку выводят 2-3 раза в неделю, только по часу. Вода еле течет, набираем бутылки. Вот, но это просто тут какое-то издевательство, я 3 месяца уже вот так вот, вот существую. Машуль, как тебе дела? Расскажи, что-нибудь скажи. Нормально дела. Ну что, что? Я хожу твоими делами в основном занимаюсь. Твоими, не своими. Какие у меня дела еще могут? Что? Расскажи. Я в тюрьме сижу, а не ты. О, да, ты знаешь, вот я иногда думаю о том, что поменяться можно. Все, судья. Все, Ромочка, мы пошли, давай, ты лучше. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Счастливо, Ром. Я тоже люблю тебя, Роман. Он ждал этой фразы. Это несправедливо по-человечески. Вот, абсолютно. Ну и не видно, что этому есть законное основание держать его и ограничивать держать его в следственном изоляторе и ограничивать свободу. А вы Романа лично знаете? Да, лично знаю. Кроме того, что я сосед, мы познакомились на социальных активностях по защите небольшого участка двора нашего дома. Ну и насколько мог, поддерживал, интересовался всеми делами в Королеве, которые освещал Роман. Вот. И он замечательно, честно и смело это делал. Ну и то, что Роман говорит, что его ограничили его свободу из-за журналистской деятельности, выглядит как совершеннейшая правда. Ну, в общем-то, мы не ждали другого результата, надеялись, конечно, но получилось, что получилось, все оставили без изменений. До 10 августа Рома останется в СИЗО Ногинска, к сожалению. Техники у нас нет, загранпаспорта у Ромы нет. В конце концов, что такого страшного произойдет, если он будет находиться под домашним арестом? Следователь об этом умолчал. То есть ему кажется, что Рома может совершить какое-то преступление. Но потенциально мы все можем совершить какое-то преступление. То есть чем это доказывается? В чем необходимость Рому там держать? 10 сентября, получается, у нас выборы. Я думаю, точно вот до этого момента Рома будет находиться в СИЗО. Потому что он как журналист освещал проблемы, и городские, и областные в том числе. И фальсификации выборов, естественно, да. А это все сейчас не нужно. То есть сейчас нужно, чтобы все было чинно, благородно, и чтобы Воробьев в новый срок вошел очень красиво, без всяких скандалов. То есть заказчик данного дела кто? А это пусть сами зрители сделают вывод.